think the girls with their nails done now. Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня обновление и радует шарик на Тайване. Обязательно посмотрите, какие там плюхи и халявный, я считаю, Лиз и Зефир на АЭС-сервере. Это однозначно круто. В общем, поехали. Русский сервер, обновление доступно. Поехали, сделаем обзорчик, где попробуем выбить недостающую нам имбу. Не имбу, потестируем, посмотрим. Так, что у нас на русском есть? Добыча пирата. Ну, тут, конечно, добыча пирата не сравнится с той добычей пирата, которую я показал на АЭС-сервере. Там я просто, честно говоря, в шоке от плюх, которые там даются. Парящий остров, его не поменяли у нас. Собери сам. Кстати, нету оповещалки про обнову. А что нового? Не вижу. Обновление даже не запостили, что нового в обнове, хотя обычно это делали. Так, супер наборы. Набор одного самоцвета, такой же, как и на Тайване. Временные акции. Говно полное, честно скажу. В общем, поехали дальше. Такс. Самое интересное у нас впереди. Бесплатно жмакнул. Новый герой Мастер Рун. Найдем, отроем. Надеюсь, он нам выпадет. Вот так вот он выглядит. Бездонатный, условно бездонатный герой. То есть вот его облик. Точнее, вторая эволюция. Официальное событие, либо самоцветы. То есть можно выбить его. Скин на него смотрится реально реалистично. Его тоже нароем. Похож он мне чем-то на землеройку. Многие ребята пишут в последнее время, что слизываю. Да, реально слизываю из других игр. Героя вот так вот выглядит его облик. Новый супер питомец. Я сейчас так пойду по порядку. Я показывал его в действии и все дела. Ну, в принципе, тоже неплохая тема. Сейчас мы почитаем уже нормальный перевод. Когда ее герой атакует, боевая обезьянка наносит урон случайному вражескому герою. Также уменьшает его уклонение на 7% в течение 5 секунд. Неплохо это будет повышаться, когда питомец в игре, он уменьшает уклонение всех вражеских героев поблизости на 18%. Однозначно круто. Все уклоны до сраки теперь на героях. Такс. Можем даже, кстати, попробовать вытащить. Это хорошо, что дают на халяву. Но реально радует шар. Вот шар просто радует. Все, суперпаты все есть на Тайване. И он кайфовый. Я считаю, что он кайфовый, но я не знаю, обмен будет у нас на русском или нет, потому что на Тайване обмен обычно есть, у нас на русском его не дают. Там действительно офигеннейший обмен, просто бомбический, как по мне. Так, сплюхи мы забрали, правда, хотелось бы, чтобы они хотя бы предварительно хоть как-то писали по поводу этого. Так, новые локации есть, командные. Я уже показывал «Одинокое море» третье. Ну, относительно его можно фармить, присоединиться. Нет, нельзя, надо создать команду. Сейчас мы создадим что-то на быструю руку. Относительно, я скажу так, оно не особо сложное. Я думаю, его фармить можно будет, «Одинокое море». Но плюшки немножко улучшили, но разлом это просто... Эпик сезон. IG, блядь, ну просто или они не догоняют, что нету у людей таких возможностей, они делают все для того, чтобы люди уходили. Но вот такие вот плюхи, которые сегодня, реально мне понравились. Ну, здесь у нас, по сути, ничего особо не меняется. Три меса, если я не ошибаюсь, демоны в центре и демон сбоку. То есть
вот такая вот раста, я ее показывал. А, демона даже сбоку с этой стороны нету слева, только справа есть. Внизу меса, наверху тоже меса есть, и по центру тоже демоны. Ну, есть другие герои, поменялись, есть, как видите, и космо, и прочее, то есть надо будет быстро убивать. Оккультисты есть, но оно все сносится, относительно можно ушатать, я показывал это тоже. В принципе, ничего такого прям мега-мега сложного нету. По поводу второй локации, разлома, это, конечно, жесть. Плюхи тут классные, улучшили, усилили. Ну, плюхи те же самые, просто немножко дали усиление по сравнению с первым, да, там в два раза плюшки лучше стали. Но то, какие здесь герои, это просто какой-то, тут без разницы, каких героев я выставлю, это все равно будет фейл. Раста немножко здесь изменена, как видите, они расставлены чуть-чуть по-другому, несимметрично. Но это все фигня. Какая здесь раста, какое что? Вы заходите сюда и просто смотрите вот так вот. Зефир и божество, Фрея. Так, что там? Там тоже божество, космо, фобосы. Короче, это хуже АК волны, разлом третий. И я не знаю, на что они на этом рифте надеяться, но это просто пипец, как по мне. Так, дальше, что у нас интересного? О, кстати, архидемон, там что-то писали про плюхи на архидемоне, поменяли. Не знаю, ловцов взгляда, 500 урона, скорость атаки лучший, вызывает монстра огромный урон. Что-то здесь писали по поводу изменения каких-то плюх. Сейчас я гляну по поводу описания обновления. Ну, вроде ничего. Пошли дальше. Побежали дальше. По поводу тотемов. По поводу тотемов. Точность тотемов героя увеличена у нас. Ну, мы этого особо не увидим. Улучшены награды в колесе. Ого, нифига себе. Реально крутые плюхи в колесе. Надо играть. Посмотрите, ворожей по 6, ронин по 10. Тут однозначно лайк. Дальше. Самое болючее, самое основное, это у нас прокачки дальнейших героев в судьбе. Вот у меня 77 есть, я не знаю, смогу. А, я не смогу, наверное, дальше закачать. Я на английском вам смогу показать максимальные прокачки. В общем, улучшена судьба. Дальше камней пока не продают. Как видите, на Тайване есть возможность обмена новых камней. Но не всем мы сможем качать, потому что судьбы для этого надо дофига. Судьбы реально надо 70. Что я вышел? То есть, чтобы вы понимали, реально на многих у нас 65 потолок, 70 это потолок, то есть на всех вы не сможете сразу качнуть. То есть будут качаться постепенно они. Ну, хорошо это или плохо, со временем мы видим. Так, дальше. Дальше. Колесо дружбы понятно, фонтана у нас нету, функции чата улучшены каким-то там образом, не знаю какие. Ну, это такое. Это не интересно нам. Так. Кто там рассказал? Изменены показатели архидемона. О, кстати, показатели. Вот это вот. Что, мал, я думаю, что за фигня. Поехали. Попробуем сейчас набить. Посмотрим, что там изменено на нем. Какие показатели. Увеличили хп ему, что ли? Вроде нет. Но сейчас будет видно при перезаходе.
Возможно, увеличили количество жизни. Сейчас надо будет зайти еще в титул. Думаю, вряд ли. Показатели архидемона. Какие показатели? Может, разных архидемонов добавили? Плюс 2 миллиона точно так же. Не знаю, какие там у него показатели вызывают монстров. Огромный урон. Возможно, добавили просто новых. Такс. Ну, вроде такого все я вам рассказал, показал. Не знаю, обнова такая средненькая, ну, нормальная относительно, если не считать то, что ни хрена не сделано по багам, от чего меня бомбило вчера. И по поводу новой локации я вам записал отдельный видос без звука. А мы поехали, ребятушки, ролить нового героя, мастера рун. Поэтому влепили по лайку. Сольем, чувствую, все самоцветы в ноль и хрен его выбьем. Так как он на Тайване падает, это, конечно, жестко. Фараон. Дама холода. Нифига себе падает. Князь тыква. Медузка. Смертушка. Тыковка. Триант рыцарь. Ниндзик. Ну, рандомчик. Было бы круто, если бы не запускали обновление хотя бы с коллекционером. Нифига себе. Три прям. Имка. Фрэнк. Ну, так себе падает, я не скажу. На Тайване тоже вчера ворожай. Ребята писали, что падает чуть-чуть печальненько. Фия. Наконец-то мы здесь сольем самоцветы в ноль. Атлант. Рыцарь. Не, ну реально падает. Падает что-то говняно все. Паладин. Суккуб. Опять дама холода. Вторая. Блин, я ее рулил парням и нифига не падала. Сейчас падает. Гаргул. Рыцарь. Бугимен, бочка. Ну, бочка — это имба. Драка с Седна. Фея. РТшка. Хочется уже, знаете, слить самоцветы на этом аккаунте, чтобы они не мусолили глаза. Афинка. Сердцеедка. Дракос. Атлант. Седна. Фрея. Землеройка. Королева Ос. Ну, начала сыпать, знаете, под конец. Махатма. Малышник. Третья дама холода. Я офигею просто. Валентина рыцарь. Кинди. Купидон. ПБшка. Но под конец начали леги падать. Бугимен. Стрелок. Фея малышник. Стой, будем тратить 2 миллиона на английском сервере. И уже там делать прокачку. Да, печально, конечно. Ну, 100к для героя — это нормальное явление. Махатма, паладин. Одержимый. Рыцарь опять и душегуб. Итого мы слили, ребятушки, все самоцветы в ноль. Так, что-то показывает один герой новый. Ну, три дамы холода, блядь. Три дамы холода, я офигею. Ну, у меня они здесь есть. В общем, у кого есть герой, пишите комменты, сделаю обзор, либо уже на английском себе выбью. Ставьте лайки,
ждите новых видосиков. Шар реально радует. Всем удачи. Всем пока.